Какая сегодня хорошая погода, ребята. Ух, сейчас бы покупаться в море. Или в речке. У кого что есть. Кстати, речка у нас, точнее море у нас рядом, ребята. И, наверное, я сегодня скупнусь. Фух, устал, ребят, немножко. Веселил сегодня деток разных. В больничку ходил. Они сказали, что клоун Васька самый лучший, самый веселый в мире. Меня очень радует, что деткам я хоть немножечко помогаю, как-то поднимаю настроение. Поэтому, ребята, не забывайте нас, клоуна, поддерживать пальчиками вверх. И там внизу под видео, и сразу подписываться. У нас все-таки нелегкая работа. Да еще и в жару ходить такой, фух, уже у нас 35, а я все в костюме. Все для детей. Спасибо, ребята, за поддержку и за лайки. Фух, вот это да. Кстати, где-то здесь живет мой дружбан Халк. Если не ошибаюсь, это его мотик красивый. Он обещал мне его дать покататься. Так, Халк! Халк! Оу! Сюда иди! Ой, сейчас иду. Та-та-та-ран-тан-тан. А где же он есть? О, господи, у него что, тут 3 этажа? Вот, точно, ребята, у него 3 этажа, я, честно говоря, думал, что 2. Халк, о, привет, ну чё ты так долго ходишь? Заходи, да я и так здесь. Слушай, ты, это самое, чё так долго задержался-то? Да я в детках был, там в больничках помогал, немножко развлекал их, веселье им давал. Ну ты даешь, молодец, конечно, тебе ребята лайк поставили? Не знаю, ребят, вы это, лайк поставили под видео? А ну-ка там гайсы, быстро подскинулись, для вас всё-таки парень работает. Спасибо, Халк, ну они и так у меня самые лучшие. Да ладно, ты не расстраивайся, слушай. Это самое, я же тебе вот так обещал. Ну да, ты, кстати, его починил. Конечно, слушай, там работали лучшие специалисты. Так что ты, в принципе, не переживай. Можешь брать смело и топить, дружище. Спасибо тебе большое, а то, честно говоря, пешком так устал, аж немножко вспотел. Все, давай, бежи, вечерком привезешь. Да, спасибо тебе, дружище. Ой, боже ты мой, ой, ребята, ой, что-то я подскользнулся. И упал немного, вот это да. Фух, бывает же такое. Так, ну ничего, ребятоньки. Все-таки мотик у нас здесь. Это очень хорошо. И я сейчас на нем прокатнусь. Так, а ну-ка он заводится. Нормально, руль тут поворачивается. Так, гайсы. Прокрутим наши колеса. О, кстати, а ну давайте попробуем нарисовать круг. Такой черненький, хороший. Смотрите, ребята. Вау, вот это да, класс, смотрите, какой мы круг с вами нарисовали. Да, полностью, конечно, не получается, но ничего. Прикольно, слушайте, классно. А здесь можно... О, ребята, вы знаете, что я придумал? Давайте мы куда-то с вами выйдем немножко подальше. И попробуем нарисовать лицо, точно, улыбку. Давайте, допустим, о, вот здесь вот на стоянке. Кстати, здесь вот более-менее видно нормально. Так, отлично. Сейчас, ребята... Мы сейчас сделаем с вами прикольный смайлик, точно, ребята, и за эту картинку вы мне, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Так, наведем получше, чтобы все, абсолютно все ребята и девчонки это увидели. Вот это да, ребяточки, просто супер класс. Просто класс. Так, ну что, вроде бы нормально. Так, а ну-ка, сейчас мы, да, последний круг. И все, ребята, так, вот здесь у нас есть, получилось? Вроде бы да. Теперь осталось сейчас мы нарисуем с вами глаза и нос, да. Так, вот где-то под углом, чтобы получилось, давайте немножечко вот так. Представьте, ребят, сейчас мы с вами... Нет, стоп, все-таки глазки должны быть прямо, да, потому что он такой какой-то строгий у нас получится. Так, а ну-ка, во. Нет, все-таки немножечко выше надо, сейчас, ребята. Сейчас. Вот так. Ой, господи боже мой. Вот так раз. И вот так немножко два. Во. Вот где-то так. Во. Итак. Так, ребята, ну-ка смотрим. И, а что оно там? Не это самое? Не нарисовало, что ли? Так, вперед еще пройдем. И, смотрите, ребята, почему не пойму здесь... Не остаются никаких этих. А ну-ка, давайте мы немножко... О! Конечно, да, немного что-то мало получилось. А ну-ка... О, смотрите, ребята. Все получается, да. Так, вот так, вот так, вот так. О! Ну, хоть немножко как-то такие вот глазки получились. Глазки с ресничками, ребят. Но все равно прикольно. Так, сейчас мы тут теперь нарисуем, чтобы оно как-то было. Правильно же мы... Так, вот здесь. И где-то вот здесь. Во, вот так. Так, рисуем. Так, глаза есть. Есть, вот, да, отлично. И теперь вот где-то вот так, вот.
Вот так, ребят, ну хоть какие-то глазки, уже хорошо. Ну а теперь вот, ой, господи боже мой, куда я еду? Осталось нарисовать носик и ротик. Вот так вот мы сейчас станем. Так, во, отлично. Вот так, ребята, смотрите, у нас получается с вами, вау, это же классно. Давайте пошире улыбку. Вобана. Класс, смотрите, ребята, уже улыбка есть. И остался последний у нас, что? Правильно, носик, ребята, я прошу прощения, но не хотелось бы немножко и так вот сделать что-то прикольное для деток. Фух, тем более мне уже скоро надо будет ехать дальше, в следующую больничку им помогать, веселить их немножко. Это крутецки круто. Ну что, ребят, сейчас мы еще дорисуем смайлик, смотрите, как мы с вами прикольно сделали. Вот так. Вот, крутецкий носик, вот так вот. Все, теперь у нас настоящий, смотрите, ребята, настоящий смайл. Вообще класс, слушайте, я даже не думал, что у нас такой с вами прикольный получится. Брови я не хочу рисовать, пускай уже. Хотя было бы прикольно, а ну-ка. Сейчас мы, ребята, еще нарисуем здесь брови. Так, а ну-ка, как-то вот здесь, да, вот так, во. Ой, боже мой, куда газнул немножко. Так, вот так, вот так. Во, все. Вот так, ребяточки. Во, одна бровь есть. И осталась еще одна. Слушайте, да у нас прикольно тогда же получилось, ребята. Так, еще немножечко. Ой, боже мой. Вот так где-то. Сейчас мы немножко развернемся, ребяточки. И я думаю, будем рисовать. Да, вот где-то вот так. Все, глазки не зацепили. Да, все. Вот так. Все, ребята. Смотрите, как прикольно у нас с вами получилось. Просто суперски. Фух, ну что, теперь давайте немножечко отдохнем. Мне через 5 минут надо уже будет выезжать. Фух, здесь, кстати, построили кто-то крутецки крутую площадку для того, чтобы можно было гонять. Ух ты, боже мой, на мотоциклах. Хотя здесь можно, я думаю, и на машинах тоже будет погонять, ребят. Не знаю, конечно, на какой скорости. Но, тем не менее, вау, неплохое довольно-таки развлечение. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Вот это да, слушайте. Моток видали, как газнул, ребят? Это же просто невероятно классно. Хотел сделать одну штуку. Ну ладно, уже, чтобы не возвращаться. Поехали, дальше, ребята. И, кстати, надо будет, вы знаете, что я подумала? Съездить обязательно скупнуться в тепленькое море. Да, море теплое, но хорошее, я уже давно скупнулся, точнее, давно купался. Ну, именно в море, в виду, купайся каждый, опан, за день, тихо, ах, перелетел. Купайся каждый день, а вот на пляже был уже давно. Работа немножечко тяжелая, поэтому, ребята, поэтому, о, слушайте, прикольно получилось, мне нравится, ребята. Мне даже очень нравится, я вам скажу, класс. Море обязательно сегодня мы с вами побываем, ребят, на море, съездим. Да вот даже, в принципе, ехать особо не надо. Сейчас мы поедем к нему и немножко испытаем, можно ли вообще купаться. Хотя, в принципе, у нас уже температура моря хорошая. Да и вообще, классно, ребят, на улице уже тепло, очень-очень тепло. Я не знаю, конечно, как у вас, честно говоря. Но я уже очень доволен, хочу, ребята, бэмс, покупаться. Фух, здесь, кстати, где-то были водные мотоциклы, хотя я их, честно говоря, не вижу. Но где-то они 100% были. Ну ладно, ребята. Ой, боже ты мой, смотрите, у меня же спина, ох, аж вспотела, но водичка просто замечательная. О, о, там он катер есть, погнали, ребят, катер. Может, попросим ребят, чтобы они нас немножко покатали. Они там, я так понимаю, наверное, скорее всего, ловят рыбу. И это не может не радовать. Так. А ну-ка, сейчас. Привет, друзья! О, привет! Слушайте, можно я вас покатаю немножко? О, ну давай! Классно! Я, слушайте, давно уже так гонял на этом самом, на этих вот таких вот катерах. Это просто что-то чем-то. Это крутецки круто, ребята. Ох, как она поднимается! Вы видели передняя часть? Где-то какая-то скоростная, что ли, да? Это реально скоростная лодка, что ее перед. Смотрите, как поднимается. Был бы. О, мы же взлетели, кошеньки! Вот это взлет! Вот это взлет, ребята! Класс! Просто класс! Ребята, кстати, а вы мне вот интересно, ездили на таких лодках? Хотя бы даже просто по речке! Просто класс! Если да, то прямо сейчас, ребята, нажимайте пальчик вверх. Если нет, тоже нажимайте. Почему? Потому что все, кто не был, обязательно побудут на таких крутых лодках. Вас обязательно покатают, ребята. Да будет только лето. Еще осталось совсем немножко. И будет у нас победа. Так что, ребята, жмите пальцы вверх прямо сейчас. Подписывайтесь внизу под видео, ребята. Там красная кнопочка. Все, нажимайте. Рядом пальчик. И я вас жду в следующих сериях. Всем пока-пока.